Сатоши Накамото на самом деле эстонский ученый. Такое мнение высказал адвокат из Лос-Анджелеса Джастин Сабаджи. Его исследования и анализ привели к заключению, что неизвестный автор биткоина по имени Сатоши Накамото является старшим научным сотрудником Института криптографии Тарутского университета Эстонии. Сам ученый это сообщение опровергает, просит не упоминать его имя в прессе и подчеркивает, что автор биткоина не был криптографом. По легенде, Накамото японец, однако те, кто его разыскивают, в это не верят. Автора ищут среди криптографов и программистов Европы и США. О создателе биткоина ничего не слышно с 2011 года.